Ну, можно я его помочь? Что, я найду робот? На сегодняшний день для нас в настоящее время, потому что это безопасность наших граждан, безопасность граждан Камрадского района, для того, чтобы привлечь гражданское общество, наши государственные службы к тому, чтобы обезопасить людей и уменьшить дорожно-транспортные происшествия с детьми, с лицами с ограниченной возможностью и с гражданами Республики Молдова. Сегодня мы с ребятами проводили флешмоб, посвященный акции доступной среды в ВТО Гагаузии. В ВТО Гагаузии 10% людей имеют ограничения различного рода, в том числе и двигательного аппарата. Ребята, скажем так, проходили отрезок в центре города, напротив Водолея, и выявили, что, скажем так, дорога недоступна для передвижения как людям передвигающимся на колясках, так и пожилым людям, мамам с колясками. Да и просто нормальному человеку невозможно пройти, скажем так, по пешеходному переходу, потому что он недоступен и не адаптирован для передвижения людей. Он недоступен, потому что на пути, скажем так, пешеходного перехода есть бордюры, которые не должны быть, скажем так, их не должно быть вообще, или они не должны превышать больше 2 сантиметров, не должны быть выше, чем поверхность дороги. Не маркированы пешеходные переходы для людей слабовидящих. Нет тактильных, скажем так, средств для того, чтобы человек незрячий мог прощупать дорогу, если ему трудно передвигаться. Доступная среда и доступные дороги очень важны для любых людей, для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей, для мам с колясками, для людей слабовидящих, для людей, которые плохо передвигаются. Это важно, потому что среда должна быть, скажем так, дружественная для людей. Не должно быть ограничений для передвижения, для того, чтобы люди, скажем так, шли по своим делам, не испытывали какие-то ограничения, когда они передвигаются по дороге, когда они заходят в какие-то здания. Потому что в Гагаузии очень сложно с доступной средой, потому что ни пандусы, ни здания не адаптированы. Везде есть какие-то препятствия, начиная от порогов, от ступенек, заканчивая ограничениями в дверных проемах, потому что
даже двери в каждом здании не соответствуют практически нормам и стандартам. Сегодня мы провели акцию в городе Камрате. Акцию, которая направлена на сенсибилизацию местных властей, а также общественного мнения по поводу отсутствия условий доступности на пешеходных переходах. Акция была проведена совместно Ассоциацией женщин Гагаузии, Ассоциацией мотивации Молдова, Ассоциацией Инфонет, а также при поддержке местных полицейских из города Камрата. В акции принимали участие не только люди с ограниченными возможностями, а также люди пожилые, мама с маленьким ребенком и другие категории граждан, которые относятся к маломобильным группам населения. Для чего мы провели акцию? Во-первых, мы продемонстрировали, что пешеходные переходы, например, в данном случае вот этот пешеходный переход, имеет два тротуара. К сожалению, оба тротуара недоступны, то есть входы с проезжей части на пешеходный на тротуар. На той стороне очень высокий бордюр, даже если тротуар очень удобный в плане того, что отсутствуют ямы, у него ровное покрытие, но на данный тротуар нельзя заехать человеку, ни человеку на коляске, ни пожилому человеку с ходунком, ни человеку на костылях, ни маме с маленьким ребенком в коляске. Эта же часть тротуара является еще более недоступной из-за того, что здесь, кроме того, что высокий бордюр, кроме этого, нету, как вы видите, тротуар огорожен кустарниками. Здесь обустроены всего две маленькие тропинки, которые, во-первых, очень узкие, во-вторых, здесь кусты, и опять же, они мешают человеку перейти дорогу в нормальном, безопасном состоянии. Акция была направлена на то, чтобы показать не только то, что пешеходный переход недоступен, но также, что он очень важен, то есть доступность важна для очень большой категории граждан, маломобильной группы населения. И как мы говорили, это пожилые люди, это мамы с маленькими детьми, это просто маленькие дети, это люди, которые пользуются инвалидными колясками или другими средствами. Это также люди, которые ведут велосипед, да, или едут на велосипеде. Кроме этого, мы говорим о том, что когда делается ремонт, например, вот тротуаров, да, очень важно, чтобы были адаптированные пешеходные переходы. Но здесь важны не только спуски, удобные спуски. Здесь еще важно обеспечить условия доступности для людей с проблемами по зрению. То есть должна быть установлена тактильная плитка для того, чтобы человек с проблемами по зрению мог узнать вовремя, где находится пешеходный переход и безопасно по нему перейти. И акция направлена на то, чтобы донести до местных властей еще то, что условия доступности, во-первых, должны быть универсальными и удобными для всех. То есть мы говорим об универсальном дизайне, об разумной адаптации. То есть о том, что любые реконструкции или любые эти могут быть сделаны таким образом, чтобы они были удобны для всех категорий граждан. И для этого не нужны очень большие средства. Молдова подписала конвенцию ООН ратифицировала конвенцию ООН еще в 2010 году. А в 2012 году был принят закон номер 60 о социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Также Молдова имеет стандарты и нормативы в строительстве, которые могут очень хорошо объяснить, как нужно и как должны создаваться условия доступности. Кроме этого, условия доступности говорят о цивилизованности самого государства и общества. Тогда, когда мы принимаем во внимание, проблемы и необходимости всех категорий граждан, и мы уважаем эти категории граждан, создавая условия, удобные для всех, мы говорим о цивилизованности, мы говорим о том, насколько страна перспективна в плане развития. Поэтому условия доступности не являются только чем-то обязательным согласно закону, они также являются зеркалом того, насколько общество развито и цивилизовано в этом мире.